Какие защитники? Такое отечество. Полиция Одессы задержала женщину за одну лишь попытку почтить память павших солдат. Одесситка хотела возложить цветы к памятнику неизвестному матросу в честь 23 февраля. Но на Украине праздник считается пережитком коммунистического прошлого. Группу людей, которые все же решили отметить этот день на городской аллее славы, просто разогнали. А сам памятник и площадь вокруг него оцепили, сославшись на анонимное сообщение о том, что монумент якобы заминирован. Ну, конечно.